При замене смесителя попросили заодно прочистить сифон на мойке. В гофре грязи почти нет. Посмотрим, что в сифоне. И тут немного. Так почему же вода плохо уходит? Давайте заглянем в канализацию. Сняв отвод, наблюдаем такую картину. Канализация забита жиром. Будем разбирать трубы полностью и выбивать оттуда жир. Хорошо, что камера пока не может передавать запахи. Прочистив, собираем и устанавливаем трубы на место. Вот такой урожай собрали с квартирной канализации. А теперь о главном, почему так заросли трубы жиром. Потому что неправильно смонтирована канализация. Здесь она сделана с контруклоном. Вода полностью не сливается в центральный стояк, и жир оседает на стенках квартирной канализации. Этот край трубы должен быть выше. Ну вот как-то так. Всем пока, до новых встреч.